Кыргыз киносунда жаңы жүз. Мне хоть миллион, все равно поела бы. Сулуулар жана миллион тасмасында миллион доллар таап алып, аны полицияга өткөрүп берүүнү көздөгөн Айжан Жусупова чыныгы жашоодо миллион тапсам, аны 10 миллионго айлантмакмын деп тамашалады эле. Чындыгында эле айтканына алы жетет көрүнөт. Дегенин мүнөзү менен шайыр келген бийкеч жеке ишкер экен. Нет, звездой не чувствую. Ну, наверное, потому что я скромный человек. Мне как бы стыдно чуть-чуть себя чувствовать звездой. Мне кажется, звезда — это тот, кто снимается постоянно, снимается в разных фильмах, его узнают, там, признают. Я пока только это моя первая такая большая роль. И чем ознаменована эта ваша большая первая роль? Ну, во-первых, наверное, тем, что это для меня все-таки был такой тяжелый шаг, на который я пошла, я согласилась, я приняла участие в этом проекте. Но я довольна. Я довольна тем, как получился фильм, тем, как мы все сыграли. Актеры, ну, мы выкладывались, мы старались, мы делали хорошее кино для того, чтобы люди пришли, просто отдохнули и получили удовольствие. Заходите. А, это получается тот самый... Да, да, да. Это вот здесь, где я работаю, совершаю свои трудовые будни. И как давно? Наверное, уже в течение 2 лет, сказать. Вы извините, да, я сейчас вот с девочкой переговорю, конечно, конечно. Да, у меня с ней это. Что, как? Сегодня работа? Сегодня так. Хорошо? Да. Все нормально? Ты этот, вот пару платьев вот этих, пожалуйста, должна отнести, будешь на... вниз, на первый этаж. Каарманыбыз алгач Таяне аттуу кыска метраждуу тасмада роль жараткан. Ушундан улам Сулуулар жана миллион тасмасынын режиссеру Нурлан Разакулов аны байкап, Айжан дагы бир ролго ээ болот. Ошол эле учурда Көк салкын комедиясынын эпизодунда да тартылганга үлгүргөн. Вы знаете, практически ничего не изменилось. Я как жила, так и живу. Единственное, конечно, то, что стали узнавать на улицах там. Но я никогда сама не страдала тем недостатком внимания, да, в силу того, что я, ну, как бы необычный человек, да, на меня всегда обращают внимание. Но сейчас вдвойне, сейчас вдвойне, сейчас даже прям показывают пальцем, кто-то подбегает посмелее, там, это вы. Да я, да, ну, да, я, конечно, там, и иногда меня, когда настроение не очень, нет, не я, отстаньте от меня. Ну, как бы, все равно уже 2 роли, и причем, хотя вот в «Көк салкыне» эпизод совсем маленький, но, тем не менее, вот больше меня узнают по «Көк салкыну», чем по «Красоткам», да. А в семье вашей есть творческие люди? Я вообще внучка. Есть, я не знаю, если вы знаете, праправнучка Молдо Кылыча. Да, то есть, ну, как бы в советские времена он был под запретом, он же был демократом. И, как бы, мы особо не афишировали никогда это. Но вот он со стороны папы моего, он мне прапрадедушка. Да, у него была единственная дочка, она вышла замуж за моего прапрадедушку. Вот, и как бы, я так думаю, что, может быть, у меня где-то от него это перешло. То, что, ну, как бы, он талантливый человек, такой творческий, он писал. Так, сколько у вас в семье детей, чем ваши родители занимаются? Нас двое, я и старшая сестра. Ну, так сложилось, у меня родители поздно встретили друг друга, поздно поженились, 30 лет. И вот кого они успели сделать, это нас двоих. У нас разница небольшая, всего 4 года. Но как бы мы с сестрой, она для меня самый близкий друг, самый родной человек, самый близкий, самый дорогой, моя опора. Это моя сестричка. Она замужем, у нее 2 детей. Я обожаю ее детей как своих. Сейчас у меня одна мама осталась. Папу мы потеряли 12 лет назад. Папа был полковник, полковник милиции. Мама у меня врач. Я вообще в детстве хотела милиционером стать. А потом стали кем? Куда поступили? Я поступила, я уехала учиться в Египет. В Египте я подтянула свой английский, потом я вернулась, поступила на КЕФ, отучилась здесь, в Кыргызско-Европейском национальном. Отучилась здесь год, а потом уехала в Чехию, в Прагу. В Праге потом курсы в Париже у меня были, и оттуда я вернулась сюда, и здесь уже работала в Акипресс. Там у меня много разных позиций было, ну вот. А с чем это было связано, что вы ушли из журналистики в абсолютно другую сферу? Ну, наверное, в первую очередь с тем, что журналистика все равно она
как сказать, все равно есть цензура какая-то, mm-hmm. да? А я такой человек, я не могу, когда мне чего-то запрещают. Сулулар жана миллион тасмасы жаштар арасында кызуу талкууга алынууда. Талкуу бар жерде оң да терс да пикирлер орун алары белгилүү. Буга карманым кандай көз карашта болду экен. Настолько прям я просто поражена людьми. Почему? Потому что они настолько агрессивны. Оказалось бы, речь идет о каком-то фильме, да, это всего лишь фильм. Всего лишь это для них фильм. Для нас это работа, извините, полгода, да. Это бессонные ночи, это мы выкладывались на все 100. Это мы делали, я не знаю, ну не для того, чтобы люди просто сейчас приходили, да, или даже не ходили на этот фильм, да. Судя по каким-то чужим отзывам, делали свои выводы и выкладывали это все на базе. Я, конечно, понимаю, что это бесполезно бороться с этим, потому что это не исправишь. У людей будет свое мнение всегда. Но при этом, конечно, я не хочу хороших отзывов. Я просто считаю, что если у тебя плохое мнение о фильме, ну реально, тебе не понравился фильм, и ты думаешь, ну, беспонтовый фильм, зачем об этом кричать? Вот зачем об этом кричать? Хорошо, я понимаю, если ты профессиональную критику делаешь, конструктивно, что да, вот это плохо, это хорошо, это плохо. Но когда то, что читаешь там, сплошной мат, какие-то оскорбления, люди переходят на личность. Что для вас начало сняться в этом фильме? Как бы люди привыкли высмеивать, причем только у нас. Uh-huh. Я говорю, я путешествую очень много, и на меня мало кто реагирует в принципе за границей. Им нет дела до таких людей, да, то есть, ну, как бы, ну, идет себе, ну, такая она, что она может. А в нашей стране у нас люди показывают пальцем. И многие из-за этого, наверное, боятся там себя где-то показать. Я просто знаю очень многих девушек, которые там вот, тоже полные, да, и они настолько комплексуют, они настолько зажаты, они не живут. Это жизнью назвать нельзя, да, и поэтому я вот этим фильмом, наверное, хотела показать, что не все красавицы могут там только они сниматься в фильме, да, наверное, все-таки в жизни бывают и другие люди. Я как раз у меня был такой вопрос, я спрашивала вашу коллегу, вот представь себе на минуту, просто представь, что я, ты, это Анджелина Джоли, и вот там вот ходят вот все здесь Анджелина Джоли, все, а все мужчины, они Брэда Питта. Тебе будет интересно вот в таком мире жить? Не в стране, мир. Полностью мир вот состоит из одинаковых людей. С одинаковыми фигурами, с одинаковыми лицами. Тебе будет интересно? Вот как ты будешь выбирать себе мужа тогда? Если вот внешностью абсолютно все одинаковые. Разве это интересно? Разве это хороший мир? Я считаю, нет. Но тем наш мир и прекрасен, тем, что нас много и мы разные. Ты такая. Сама по себе прелесть, да, ты чудо, потому что тебя Бог создал, Аллах, да. Я такая, меня тоже Аллах создал. И я тоже имею право на то, чтобы жить, правильно? И жить полной жизнью, так, как я хочу. И это не зависит от того, что если ты чуть-чуть не входишь в рамки стандартных каких-то, да, этих рамок, то это не значит, что ты должна закрыться дома, одеть мешок и спрятаться и плакать, правильно? Ты должна жить, ты должна наслаждаться жизнью. И я как бы вот это я хотела передать, что не все так плохо. Вы знаете, не каждый может воспринять чужие недостатки. Как бы своих недостатков люди не видят. Потому что это в силу человеческого характера. А легче высмеять чужой недостаток. Ну, например, да, вот там увидеть хромого, да, и сказать, о, хромой. Там, а заметить то, что у тебя гнилая душа, да, или там ты низкий человек, ничего в жизни не стоишь, да. Кто об этом будем говорить? Айжан Айымдын жеке жашоосу тууралуу сөз козголгонубузда аз да болсо көңүлү чөгүп калгандай туюлду. Я несчастный человек очень, очень несчастный. Я никогда никого не любила, поэтому мне, наверное, очень тяжело в этом что-то об этом сказать, потому что я не знаю, все-таки человек, когда любит, наверное, он там какие-то, да, отношения заводит, а когда ты не любишь никого, как можно какого отношения? Какого человека вы полюбите? Я не знаю, мне кажется, это должно вот само прийти. А может быть и не придет. Может быть, я действительно такой несчастный человек, что я не узнаю, что это такое. Потому что я, наверное, это чувство не способна. Хоть это ужасно, это прям грустно, да, но, наверное, так. Потому что я на сегодня, ну, дожив до 28 лет, да, до 27 еще, не 28, до 27 лет дожив и не поняв, не узнав, что это такое, это, наверное, очень грустно.
А мама ваша на этот счет что говорит? Моя мама абсолютно меня не трогает. Она мне говорит, ты такая, какая ты есть, ты состоявшийся человек, ты абсолютно состоялась как личность, как бизнесмен, как дочь, как сестра. Там. Пока, говорит, не состоялась как жена, как там, любимая, но, говорит, это все, говорит, от тебя зависит. То есть мама меня не напрягает абсолютно. Да. А какие у вас есть материальные ценности на сегодняшний день? Машина, квартира? У меня есть квартира. Я с удовольствием бы, может быть, бы завела бы себе машину и приобрела бы себе водителя. Но на сегодняшний день я предпочитаю ездить на такси. Просто я ездила за рулем. Причем я за рулем 17 лет. У меня одна из первых вообще среди своих знакомых, у кого была машина. Но я почему не езжу за рулем? Почему? Потому что я попала 3 года назад в аварию. Это была серьезная авария такая, я потом неделю валялась в больнице. И после этого у меня страх появился. И я сейчас я не могу просто даже вперед сесть в машине. Учурдагы жетишкендигимдин бардыгы талыкпас эмгегимдин натыйжасы, дейт Айжан Жусупова. Анан да жашоодо өйдө ылдый боло берет. А бирок эң негизгиси адамдык касиеттен жазбай, бири-бирибизге ар дайым сылык мамиле жасаганды үйрөнсөк деген тилеги менен бөлүшүп өттү.